Ночные изыскания в дебрях около сгоревшего дома. Вон там Кусь бегает от меня, Кусь. Но мы к ней не будем подходить, она шибко дикая Кусь. Мы пойдем сюда. И тут провод. А вырвали негры, негры. Лимпопо. О. Ботинок. Это тоже негры Лимпопо оставили. Они убегали когда от белых людей. У них все с ног валилось. Вот, у негров. Лимпопо. Вот, еще. Что сказать-то еще? Так, еще что тут? О, поролон. Поролон. Поролонистый поролон. Не знаю, что оставили. Неграм Лимпопо он, по идее-то, нужен. А с другой стороны, ну их нахер, да? Они и так найдут себе вещички, которые им нужны. И поролон им не катит. Вот. Так, что дальше пробираемся? Кока-колу пили. Но это не негр Лимпопо, это новозеландцы прибегали и пили кока-колу. Ну, майонез кит, это, конечно, не знаю, из России, конечно, приехали, да? Ну, вот эта бутылка, в ней джин, это самое, Абдулла находился, само собой. Ну, а ты что думал, в сказку попал? Так, дальше пробираемся. Чё-то нифига нету. Дальше. Но мы пойдем. Короче, о, кирпич. Кто мог оставить, да? Я знаю, там какие-то эти самые троицы, да? Из древней Трои. Закидывали врагов кирпичами. Вот еще один. Но уже в цементе посильнее, а вот сбоку послабее, да, вот еще больше, больше и больше их. Вот, короче, так. Пакет. Пакет. С Новым годом. Это какой-то бред, потому что сейчас лето кончается. Но в целом понятно, кто-то Новый год праздновал, как Азлон. 29-го, а этого самого апреля, да? Мая, июля, августа, сентября, неважно. Вот, что-то тут нихера нету, но там что-то отсвечивает, вы смотрите туда. Какая-то хуета. А мне не нравится, когда отсвечивает, я туда пойду. Что же это такое? Специальные светоотражающие штуки, да, на куртке отсвечивают. Я думал, что такое за хрень? Все. Пойду отсюда. Чуть-чуть, ага. Провод какой-то. Какой-то провод, короче, лежит. Черметный, не медный, нихера. Чуть не уехал, короче. Уже все скользко, видите, какая листва. Осень, все скользко. Невозможно нигде ходить. Ты постоянно уезжаешь только и все. И все. Так, что тут? Туалетная бумага. Но при этом сумма 7438 рублей. Дорогая туалетная бумага. Ух. Здесь какие листики. Паук какой, смотри. Смотри, какой паук. Или клоп. Кажется, паук, да? Он тоже думает, как отсюда выйти-то, с этого листа. Уж нихера на нем мух нету.
Но ничего не можешь поделать. Вот, железочка. Опять кирпич. Я думаю, железочку наконец нашел. Нихуя, блядь. Нет. А вот, кажется, железочка, да? Пластик. Найдешь тут железочку. Тут железочки все уже подхватывали 100 лет назад. Вот, короче, стена, которую я не нашел. Кажется, это стена забора. Я тут был уже как-то раз. Или два. Или три. Не помню. Постоянно бываю, короче. Но ничего такого не находил. Так. Так. Эндпончмак. Березка растет. Да ладно. А вот в этой яме я как-то регулярно бывал. Банка алюминиевая, половина. Акция, значит, собери целую. Так. Вот я кинул Макаллистер коктейль с джин-тоником. Сортирная бумага постоянно тут была, да? И вот косинога лежит. Лежит косинога. Ух. И там электричка ведь не успею ни хера. Ох ты, ебаный дед, не съел он. Хуй тут поднимешься. Ладно. Ну, в общем-то, пора выходить. Вон там. Там что-то есть, но никого нет. Их она, дурной балда, ушла просто так. Ну да ладно. Значит, у нас время есть. Еще минут 3, прежде чем идти. Еще тут ракетка. Дальше что, выше. Как подняться-то? Ух ты. Так ты не уебывайся тут. Ладно, короче, туда я не пойду. Пора видео прекращать. Вот так вот. На фоне вот этой туалетной бумаги я прекращаю видео и подону электричку. Every nice, good nice, удачи всем.